эти бабушки, люди, к которым я неравнодушен, у которых судьба за плечами, и вот этот цветной, богатый, разложенный рынок, и вот такое сочетание интересное, мне вот как-то вот задело. Я сделал несколько картин вот на тему рынок, бабушки, какие-то покупки, старость, осень. Я хожу, наблюдаю, езжу, фотографирую, запоминаю. А потом в мастерскую переносит колоритные образы на холст. Продавцам и покупателям небольших городских рынков владимирский художник Михаил Рудник посвятил целую серию своих новых работ. Мастер уверен, что для искусства нет незначительных людей, мест или событий. Ведь нет ничего реалистичнее, чем сама жизнь. Поэтому новую выставку художник назвал «Такие дела». Без интонации, подтекстов. Все сказано в картинах. Не вкладывал сюда никакой смысла, никакой интонации. Ну вот как вот художнику рассказывать о интонациях? Вот выставка, она и показывает, что вот такие пейзажи, вот такие люди, вот такая жизнь, вот такие дела. Добавилась у меня серия сценок жизни бомжей. То есть это горожане, это люди, которые живут среди нас, к которым неоднозначное отношение в обществе. Мне эта тема тоже очень интересна. Пронзительные портреты и сцены из жизни бомжей, как, например, раздача горячего питания в мороз – большая тема в творчестве Михаила Рудника. Люди, которых часто не хочет видеть общество, на самом деле заслуживают внимания, а потому становятся героями его картин. Еще одна большая серия, представленная на выставке – свалки и мусорные полигоны. Их мастер тоже изображает в красках и деталях, потому что это тоже часть нашей жизни. Ученик знаменитого графика Бориса Французова, выпускник худграфа Владимирского пединститута. Он вернулся к творчеству меньше 10 лет назад и привлек внимание зрителей и коллег своей откровенностью. Мы вместе учились, вместе росли, скажем так, все знакомства у нас, ну, скажем, с детства. И по работам, вот сейчас он стал писать, я посмотрел, намного сдержаннее тона. Это лично мне это больше нравится. Во Владимире это уже вторая крупная выставка мастера за последние годы. Так сложилось, что его творчество уже знают в столице и за рубежом, а вот владимирские зрители знакомиться начали недавно. Не просто художник, а философ с кистью. То есть вот эти все последние работы, да, вот как ты говоришь, вот такие дела, вот эти свалки, вот эти бабушки торгующие, это вот именно жизнь. Как ты сейчас говорил, что она такая, как есть. Редко кто может это все выразить вот именно так. Некоторые работы Михаила Рудника в скором времени должны пополнить фонды музея-заповедника. А значит, ценители его творчества смогут увидеть картины не только в персональных экспозициях художника. Маргарита Махрова, Михаил Пименов, 6 канал.